Для своего урожая каждый дачник стремится использовать только натуральные удобрения, чтобы в огурцах, помидорах и других культурах не было нитратов и токсинов. И недавно я узнал об одном очень эффективном способе подкормки, для которого вообще не придется тратить деньги на покупку препаратов. Речь пойдет про обычные использованные чайные пакетики. Они помогут подкормить огурцы, которые высажены в открытый грунт или в тепличных условиях. Пакетики в составе водного раствора будут обогащать грунт азотом и поспособствуют развитию зеленой массы и формированию завязей на кусте. Действие такого удобрения является очень длительным, а для усиления эффекта от удобрения можно добавить еще немного древесной золы в раствор, чтобы огурцы получили еще и фосфор с калием. Итак, чтобы приготовить раствор, нужно собрать побольше чайных пакетиков. Я это делаю в течение всего года, чтобы потом не нуждаться в приготовлении раствора. Содержимое помещаем в 3-литровую банку примерно на треть и заливаем теплой водой. Даем настояться в течение суток, после чего выливаем в 10-литровое ведро, добавляем жидкость доверха и вносим туда еще и стакан древесной золы. Таким раствором поливаем огурцы весной и летом до начала плодоношения, и урожай будет просто фантастическим. Сразу скажу, что пакетики не должны контактировать с сахаром. Если вы добавляете в чай сахар, когда завариваете, то пакетики нужно тщательно промывать под краном. Это удобрение поможет не только добавить питательных веществ вашим огурцам, но и защитит растения от многих болезней, укрепив их иммунную систему. Эта процедура будет не только способствовать дополнительному поступлению питательных веществ, но и поможет растениям избавиться от пыли.